Игра начинается. Это за третье место играют. Первый тайм. Счет 0-0. Команда становится. Хотя не, можно оставить китайский кроссовок. Только круг, гоп. Игра за третье место. Упорная борьба. Последняя игра за сегодняшний день. У нас вообще такой тайм был. Игроки упорно старались выиграть. Играет Достав и Караж. Первый тайм начался. Счет 0-0. За третье место. Игра началась. Судья уже все готовы играть. Разводит. Соперники. Ну вот. Разводит. На центровку подошел номер 7. И незнакомый номер. Баратарь готов! Да, да. Просто матч не спрашивай. Упорная игра за третье место. Номер 7, номер 17. Пошли атаковать. На атаку пошли. Мяч не прошел. Недосадно. Будет еще моментов. Соперник поднимает номер 17 и борется за мяч. И у него получается выиграть мяч. Аут соперником. Вот команда. Ударчик. Вау, не получилось принять. Соперники играют. Жесткая игра. Борьба за третье место. Вратарь вышел на поле. Голкипер от Бога вышел на поле. Мяч проходит. Играет номер 9. Борется за мяч. Номер 17 хочет пробить, как я понял. Неправильная подача мяча. Это может организовать соперникам голевой момент. Я и так за мячиком слежу. Чик-чик. ФКБ. Все пока что отлично. Номер 6. Это может оказаться голевым моментом. Это гол. Забил. Кто забил? Ульфин. Забил Кошляков. Первый гол. Счет 1-0. В пользу команды. Каких команд называется?
Как их команда называется? Я забыл. Пошли, давай, 0-0. Ой, Досаф Рыжий, Факараш. 0-0. Забил Факараш. Подсели. Они просто на пасовку подсели. Как я понял. Номер 17 борется за мяч. Тут, ну, центр линия получается должна быть по центру экрана. Будь здоров. Спасибо. Буду здоров как бык. Не видит тебя вообще Смёрка. Если он Семерку видел бы, то мяч прошел бы. Вратаря поменяли? Да. Это ваш. Вау. Номер 7 отбил. Выиграл мяч. Замудрил. Молодец. Да не то слово, проскочил как мышка. А, еще правильно. Вау. Иногда. Я фоткаю иногда. Иногда нет. Воротарь от Бога. Хочет подтаскать. Удар. Почти гол. Все, Вань, поиграй. Мяч. В гараж. В гараж. В гараж выиграл. 3 минуты. Осталось? Да. Ну, 2. Нужен гол в любые ворота, как вы сами слышали. И... выкидывает ворота. Краса. Воротарь видит. Воротарь контролирует ситуацию. Нормально все. Счет 2-0 в пользу Факараш. Гол. Фамилия. Судья. Товарищ судья, кто забил?
Забил Кириллов. Счет 2-0. Счет 2-0 в пользу ФК «Раш». ФК «Раш», мне кажется, порвет. Достану. Длинная подача. Вау! Красиво! Бегом! Калавска от Рами. Уи. Опа. Вышел, ворот. А? Эно, Яршин Карай. Эно, Яршин Карай. Первый там закончился. Счет 2-0. В пользу ФК «Раш».